саженцы кочедышника японского Урсулас ред, Атириум непоником Арсалас рабром, как и другие цветные виды папоротников, стали очень популярными для использования в ландшафтном дизайне. У молодых побегов этого сорта изначально светло-зеленый оттенок, имеют красноватое напыление у центра и светлую серебристо-желтую окантовку. Со временем края листьев становятся еще более светлыми, почти белыми, а центр, наоборот, приобретает более темный, почти пурпурный оттенок. Урсулас ред поражает своей фантастической расцветкой и контрастностью. Взрослое растение порадует прочными листьями и кустом красивой формы. Кочедышник непонский Урсулас ред – это многолетнее растение. Папоротник лучше всего подходит для одиночных посадок. Кочедышник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола кочедышник непонский Урсулас ред можно отнести к группе низкорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает кочедышник непонский Урсулас ред в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в нецветет цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что кочедышник непонский Урсулас ред – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.